Добрый день, меня зовут Сергей. Мы находимся на Владимирском рынке и занимаемся производством масел холодного отжима. Сегодня мы поговорим с вами о таком масле, как масло виноградных косточек. Масло виноградных косточек выводит из организма токсины. Масло виноградных косточек является очень хорошим косметическим средством. Оно используется в массажах, оно используется в постоянном обиходе. На нем можно жарить. Все консультации вы можете получить у нашего врача-натуропаты Елены Светко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Вся информация будет внизу под роликом.